Ok, čau, vítejte u dalšího videa, já jsem Saukr a dneska vás tu vítám u dalšího let's play z Metra Exodus. Minulý pár se vám hodně líbil, tak to máte další. Takže minule jsme zůstali tady, že zase ty zvuky v pozadí, tady prostě dokola jde to cinkání a to řvaní dokola a když jste tu hodinu, tak to úplně blbnete. Já už to mám prostě v hlavě tyhle ty zvuky, protože musíme odsud jít pryč, protože tohle je fakt hrozný pro mě. Takže, no, slyšíte to, zase znovu úplně ta sama animace, nebo zvuk. Takže minule jsme skončili tady, kde jsme viděli tenhle, jo, mluvím jak Eminem, nevím proč tak mluvím. A že zase ten zvuk. Tady jsme prostě pustili nahrávku, že tam nějak utíkali a že po nich stříleli a že, no, že nepřežili, takže to bylo asi tady v tom místě, protože jako, jak by se to sem jinak dostalo. A teď mám jít a sem. A tady budou další ty vlci. Ten týpek tomu říkal dinosaur. Nevím proč. Sakra. Pojď. Pum. Proč mám zvuky posunutý? To já si kvůli sekám. A jo, tady vlastně máme utíkat, sakra. Sakra, šity. Ne. Я разумел. Сам разумел. А где был Кёнг? Там где же Кёнг? Но врачам я сказал... Понял, понял, отбивай тогда! Вперед! Это же нас насол. Смотри, я лишь так играем за Ара. Которую сам отвлекал Артема. Прикрути язык. Он же нас спасает. Подожди, куда дальше? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учится защищаться! В метро слабакам не выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови! Спартанская кров. Это, по сути, учил целой игры. Как... Ну, как видите. Я тебя не доставал скоро, пока... Ну, два крата тебя играл, но... Jo. Píš to. Ach, Artyom. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Решай моторусский с даминг. То совсем вас молли... Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно. Твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал. Она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо.
Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, тут надо поговорить. Тебя видеть среди. Кто-то уже видел, я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Окей. Играем. А bohužel, příště už нас asi nezachrání. Protože krve není tady zas tak hodně. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Okay, zhasneme jim tady. Takhle zhasneme. Všude zhasneme, protože bude tu tma. Musíme šetřit elektřinu. Bude zhasnout, si nemůžu. Konučka šle tak radši pryč. Co se běhá? Jimla. Já nějak nejde. Nevím, tak asi nemám běhat. A když tak ta pravá zábava bude až díl. О, какие люди, Артём! Здоров как бык! Ну ты, брат, князь, конечно, подвиньте. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Ну сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там, господи, медсестрички? Ну ты, да как всегда! Да вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Мои нас все не ради. Даю вам 2 часа. Это для нас, капитан. Або... Ура! Ура! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Я дрив мислил, что этот чинян získá máš díl, ale on je tu od začátku. Víte, že zase jsme vedli. A dáme signál. Jak se psalo tam na začátku. No, opět tišina? Lično já, Artem, slyšu tu tylko jedno, когда зимитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Это для нашей жены. Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артем, потому что умер. Tady jsme zatím nic nenašli. Zaguljali jsme, pora filtry měnit. Nuka, smění filtr. Málo v bolnici ležal. Ne, když ještě to jsem sundal plnou masku. Ládne, jdem už. Kačin se mění. Tady. Ne, kurva, nasad si to. Mám 13 minut. Já co to je 13 minut. Ty tu vše ruiny už oblazil. Vidíš, jak город разрушен. A u Москвy byla samá мощная ПВО v stráně. Jestli tu vše v takovém vidě, představuješ, co v ostatním míře творится. Takže tu na vrchu žijí lidé. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а?
Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержал, Лай. Выдержал то. Что, лишь на то пойдем снова? Сейчас и напойдем. Слышал? Фонарь потуши. Окей. Ага. Что тимле мам делал? Я. А чем то помпую? Тимле. Типа же я то напомпуем. А дай то долу, сакра. Будешь то дать прыг. Ten, to není možný. Čím se to dává pryč? V čem stříle? Do prčíc. Kurva. Kdo stříle, že? Hejzle, sakra. Proč tam není zvuk, sakra? What the fuck? Mám blbě, jak to stříle zvuk. Co se to nespíš sekal? Slyšeli, vidno, že my z krýše spuskajeme se i zatajились. Umunějí, tvary. Vidím nás. Musím to jenom to zmáčknout. No to je problém, že už všichni vidí, že jsme tady. Jdem domů. Žiši. Já zapomněl, že je Arť. Já už myslel, že se tam zasekl. Já zapomněl, že Arťom není úplně nějaký namakaný sápek, který prostě spadne a celý to tam rozbije to, co je pod ním, ale rozbije se sám. Tady stačí jenom z malýho. Slyšíš, vstaje. Tolik toho nám ani chvatalo. No, tyhle zvuky, co dělají, to je fakt hrozný zvuk. Vždycky, když ho slyším, tak mi to přesně přijde, jak největší horor. Bych tenhle zvuk slyšel někde. Почему эта зона закрыта для сталкеров? Фон обычный, твари те же, что и везде. Бих ten zvuk, co dělají tyhle ty stvůry. Okej. Super. Pomoc. Bych tohle slyšel někde, prostě s udělnou už můžu zasnout. Можно идти. Хорошо, что не заметили. Tímhle si teda vemu tohle sto, můžu to napumpovat a když to podržím, tak to dám do dobrý. Už to chápu. Bych tenhle jejich zvuk slyšel. Někde v lese, tak už půjdu, tak nikdy nebudu na zemi. Přestěhuju se na měsíc. Jdem, ne? Co? Pomocí menu. Co? Fotografický režim. Aha. Aha. Sakra, co se děje? Změnit filtr? Ne. A nevím. Ne, jdu se běhat. Ok, jdem. Klas, aha. Já pohledu. Je tak ono. Najednou je tady hodně hodně velká bouřka. Držu! To je hodně velká změna. Jsem slyšel. Ni vidno, ni čerta! Ty ne slyšno! Переходим na razy! Uj, vysločka je hrozná. Nechci mluvit přes vysílačku, mě doštve. Vlak, já říkám, že tady je někdo živej. Paravoz! Za ně metro nemá vlak. Paravoz! Odkuda že? Už tu vysílačka je hrozná, nemluv do ní. Vždy se naučím rukama mluvit. Вот, зараза уходит! Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним!
Okay, Видели, что там едет? Tohle už bude všechno pro toto video, já se s vámi loučím, děkuji za pozornost, že jste to dokoukali sem, teda pokud jste to dokoukali, pokud asi to slyšíte, tak se to asi dokoukalo, teda pokud jste to nepřetočili až nakonec, budu rád za like, za odběr, pokud jste tu nový, konečně už máme 500 odběratel. A jo, zatím čau.